Не знаю, как там поле Павла Хиля. Цвет небес, да? На него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить. Давайте попробуем. Войдут в ряды серебряного авангарда. Так, надо какую-то бафнуть штуку, да, на себя. Вот это чутье. Проследие мудрости, да? Сейчас я бафну, да? Коня уберите. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. На фар поставить или ауру будет? Достойных соперников в багровом круге. Доставь фар, я каст ауру поставлю. И жуткой чешуей. Давай на смысл, да. Повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Что-то скучно как-то. Не помню, какие кнопки там назначил. Мышок потыкал. Чудовища повержены! Добрый день. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! А щиток хулипал кидает вот этот щит священный? Да, на ДК кидай. Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный... В смысле, не готово? Что за хуйня? Готовьтесь к забвению! А, во. Контрол с шифтом перепутал. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва!
Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Это заклинание еще не готово. Явись, сестра! Господин Лорд от Кости! Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Нормально, три кахты сдаю, да? 300 тысяч фильмов. Лишь победив их, вы заставили... Да, у меня всего лишь 650. О, это, кстати, надо дать стол, а то мне ману надо как-то отпивать. Они пытались нас оклеветать. Я требую... Это там что-то с небесами связанное. Там от хилки дает монорек. Вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. У меня уже достаточно. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои! Непривычно, хули пустом Эрдруя научился. Пробуй того, что ждет нас в будущем. Вообще непривычно. Да там вообще изи. Так, кто у нас? Ретрик Рога. Частицу света, блин, этот священный щит на одного кидаешь, хилишь второго. То есть, по идее, как бы Холи Палата чисто для двух танков хил. Значит, Лок, твоя задача. Сфирч, изгнание, по очереди на дерево. Начнем с Роги, убьем Рогу. ДК его притянет. Потом, где он, блядь? Вот этого Ретрика держит Сумасвод. Кто второй танк? Физифилакс. Физифилакс. Просто бегаешь, всякую хуйню кидаешь, станы, там сало даешь. Такой вот хуйней занимаешься. Так, а после Роги мы будем бить... Давай подумаем. Хила будем бить, вот этого вот будем бить, а потом я поставлю метку, чек на пул. Что-то по дисплею там, ну давайте тяните это самое звезду. Давайте кружок бейте, потом надо. Кули на меня агрессивно. Дайте им пизде заебали. Убили меня. Вот так торможу, пиздец. Просто уесть этих дураков, вот и все. Пустая и горькая победа.
После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великий, сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин тут вроде урон хороший, пойдем, да? Поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Это, Эндриага, каску по мне, пожалуйста, а то у меня почему-то только один крест. Это нехорошо, наверное, да? Так, ну чё? Погнали, короче, на удачу. Убьем, так убьем. Не убьем, так убьем. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Белую, все правильно. Маны нет, что делать, бля. Клятву прожимай. И крылья сразу вместе с ними. Ну или просто отдохни. Ты что, еще сомневаешься в могуществе? Не бесит какой-то. Мы примем любой вызов. Вот я за ним и пришел. Я тебя горчу. Как дела? Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Ну ты чуть-чуть отстаешь. И разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Самую малость. Будет тебе такое испытание. Блин, чешуя. Аж завидно. Ну, такого нуба, как я. Неубианцы воздвигли целую империю. Надо триумфа, короче, на интеллект внутренний. На которой вы так бездумно построили свои дома. А мне надо светом бить, да? Бля, сорян. Чемпионов будут принадлежать. Она будет... Она синий бьет, я желтый. Я хуй знаю, бля, что-то синий ударил. Ебать. Как так? Рейсница? Не знаю, в камень врезался какой-то. В воду упал, просто врезался. Ну ты рак, а. 17 секунд, короче. Да, лучше под перевод. Ну, я не знаю, сколько там у вас ДПС, я особо не смотрел. На 50% дадим Геру. Ну, там много. Посмотрим. Посмотрим, какая скорость будет убийства. Что-то надо бафнуть, да, по себе. Крест кидай, клятву, потом похавать сразу. Зашибись, печать, я еще и квест не выполнил. Печать мудрости же, да, я вешаю на себя. Да, печать мудрости. Ну, он рыбу поешь. Хорошо, как скажешь. Сейчас зерганем этого пидора. А чё, дайте какие-то бафы, наверное, нет там. Дряга, дай каску. А, есть уже каска, вот. Лапка, да, он тебя не заберусь. Так, охуенно. Так, ну я готов, короче, чек на пол. Клота там яды, да, урезаешь хил. Этот смысл вот где? Нет. Что нет? Нейтрализующий яд есть?
есть? Нет. А почему? Блин, куда ты? Тоже тут там. Тут всегда же хант был. Блин, ну сейчас, секунду, тогда я так... куплю. Где ты купишь? Тут нету продуктов. А, Джипси. Я понял. А куда самосход делся, что он сказал? Сучий потрох. Уфнулся куда-то. Видимо, он за затылком. Так, а его за место? Я не на ком, я на плотине. За место? О, да не знаю. Быстро действующего. Любой, по-моему. Или... По-моему, да, быстрее. Сейчас посмотрю. А быстро его распятница. Да, быстро действующего. Не знаю, вылетел он. Зайдет, нет. Слышь, Animal Jazz, есть у тебя БДК? Да. Че, зайдешь, у нас тут вылетел ДК. А ну ботан кому. Давай, демон, шкаф. У меня тут дебют. Хилю хулипалом 25 команы. Что-то мало, кстати, у тебя. Ну так конечно мало, так, конечно, ни чарок, ни камней, ничего нету. Зато плащ 289, блин, мне аж завидно. О, самосвод зашел. Это... Нету. Блядь. Это самое, блядь, что сказать-то? Не принимай суд. Не принимай КД. Блудный сын вернулся. Моего ВРК не было. Самосводище готов? Все, он готов, запускаем этого дурака. А, напишите ему. Это место станет. Так, а кого хилить, я не знаю. Частицу кидай на самосвода, а остальных так. На место. Флешка, по месту. О, один жук, давайте убьем его, наверное. Ну, оверхил все уходит, ну. Флешка вообще мана не тратится. Ой. А как так быстро? Ладно, не хилю, короче, там. Опускаем рейд немножко. Танк по хилю только. Бля, что так быстро? Так у нас по 10, по 10к ДПСа, так. Отлично. 15 триумфа есть. Ну теперь надо и ВК десятку принести, короче. Как-то надо раз вот так распустить, наверное, надо, да? И потом соберемся. Покинуть. Может быть, я пойду? То я престон? Ну да, если у тебя здесь и ВК 10 не ходила. Я не пойму, почему меня не пускала. Я не ходила в десятку обычку, это точно. Откуда КД, я не знаю. Что-то забагается. Может, это сервер. Ну, бывает такое. Сейчас я тогда зайду престон, если что. Угу. Че, ВК идем? Да, сейчас я на кладбище окажусь и начну собирать. ДК, ну не знаю. Если он дает 20к ДПС на сутки, то давай возьму. Ну, не знаю, ну, сейчас какая пати будет? Нам надо, чтобы рез хила был, хилы нормальные. Я не знаю, стоит ли мне вообще вагоном хилом идти или лучше ретриком побить.
Что... Лучше ретриком. Потому что я вообще вагон. Сейчас посмотрим. Я тут впереди. Где вы еще не собираете? Собираю. Этот сова, который был еще в ВК. А нет, Ливан умирает. Ну Солянова ты не... Ты захилишь и ВК-10 Солянова? Соло нет. Хотя ШПХ тут. Если второй ШП будет, так захилим. Два Иршама давай. Ну, давай. О, сейв. Так, ну давайте, что там? А, ну лог здесь, ну давайте тогда сумонимся. Лог в Таларане. А, ну тогда к камню подходите, сейчас сумоним лог. Столько вагонов. Так, ну два Иршама есть, теперь я спокойно буду ретрик чанский. Ну его нафиг этого хулипала. Не, придрочиться так можно, весело играть им. Все, лук тут можно и носки сунуть. Да, на тягу. Ретриком я уже примерно, ну там что там одна кнопка. Протопалом еще более-менее танковать, у меня опыт есть, а вот холипал что-то новенькое. Да не, холипал он чего там, блин, на себя этот мудрость, частицу света на одного танка, на него также, если свет, если это не протопал, так священный щит кидаешь, и все, блин, и светом небес хилишь одного, блин, и одновременно хилишь второго, все, вообще никаких. Больших заморочек, больших трудностей нету. Когда два танка прошивает, самое то. Так да, вот на том же ребре вообще как бы Холи Пал может вообще жестить. У него же еще если символ ставишь, и допустим, ну вот у меня допустим Холи Пал такой, что я еще с травмой бегаю и со счетами. Я там вообще по хардкору раздаю иногда. Ты же отходить собирался. Сумасводище. Сумасвод, подходи. Потом еще одну. А за ЭВК будет ЕП или нет? 250. И к 25 можно еще собрать 500 ЭП. Там полгильдии где-то в ЦВК. Вроде была уже. Это тебе, блять.
минус 10. Вот мне нужны эти триумфы. Или пойти ППГ сейчас фармить. 50 триумфов набить. Сейчас у меня будет получается 30. 33 будет. Сейчас у нас вот тут то самое подходим. Криминал и кризис. Так, давай распределимся. Я на сумасвода, да, на кризи. Вид, Усана поставлю, я Рик забыла купить. Давай. Пока не запускаем. Криминал тут. Сейчас криминал подойдет. А что, сейчас. Сейчас у нас приз зайдет и запустим. Ой, каски обнови. Я тут. Так, баф дал вроде бы. Чек на пул. Привет. До скорой. Добро пожаловать, герой. Вы услышали призыв серебряного. Кричи на АП, баф. Шаман какой-то тотем на МП5. Из вас договоритесь, кто будет ставить. Предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда. Ну тут, короче, на ретрика приоритете мне сейчас. Да, поставлю я. Второй кусок Т-10 взять, чтоб пробовать. Был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Не знаю, Геру где-то давать сплу или на червя. На, 2 минуты КД. Это я тебе каплю дал и БЗ прожал. Кислотной утробой и жуткой чешуей. Давай, черепок, двигайся. Он плевать хотел уже. Еще по зеленым. Зеленый к черепку. Герои!
Вок, беги в сторону. Пойдем. Очень далеко. Немножко отойди, чтобы босс сразу вышел за тобой, чтобы мы вокруг него могли встать. Добрый день. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. А тут есть что на холле пала падает? Тринька какая-то. Надо посмотреть. Да, что-то было, по-моему. А теперь... С чем, по-моему? Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Блин, не наконите квест на лорда. Готовьтесь к забвению! Есть такой квест? О, вот это СМП-5 и сила заклинания. На ее юзать надо. Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Вот я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус, эританский повелитель пламенного легиона! Все во врата сейчас. Кстати, с боссом два шамана забирайте, там маги спят. Так и слетят. Жорика, давайте добиваем. Гибель Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть... Ну, он тебе шея как раз. О, ё-моё, натурит. И теперь вас ждёт новый противник. Вот эта тема. Хосты, правда, нету, но ладно. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Я релокну сейчас. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем на сразу, на шею. Спасибо. Хорошо. Да будет так. А я думал, интересно. Но, как затычку пока используешь. Во имя вашего короля. Дыши, это что не разрывается? Пробуй того, что ждет нас в будущем. Сарду!
О, вот она. Что, кого-то загрузилось? У нас там вылез, давай посмотрим. Так, Рога и Ретрика в тот раз. Ну это самое сумасовод твой Ретрик. Значит, Рогу будем сливать первого, потом будем сливать треугольник, потом ромбик, или давайте вот этот ромбик. А саму, а короче, Вар, как обычно, бегаешь, всякую фигню даешь там. Лок, просто фиряй кого хочешь, ну и все, ну и чек на пул. Давайте, поехали, танки. Этих треугольнику. После сегодняшних потерь мы стали слабее, эх, как печаль. Целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Ничего, одного... А, мы... Это сам... Ну давай, Хризи, левую. И знаешь что, давай, Хризи, ты не к тому порталу веди, а к нашему, чтобы если произошло переключение, ну, Вальку я имею в виду, то мы сразу переключились. А потом, когда мы переключимся, типа, поведешь потихоньку к черному человеку. Чтобы великом не взять. Хризи. Все, запускается. К нам веди, к белому, где мы стоим. Во имя темного повелителя. Все бьем сейчас кружу. Во имя короля Лича, вы умрете. Оставь поближе к белому. Обеих валят, чтобы быстрее сменить цель на белом. И их вместе поставьте, чтобы они их повешали. У них хп общее. Ладно, придется побить.
отведи от портала немножко вот, вот куда вот в череп где. И пошли все к темному порталу. Стой, Валька, тоже пошли. С кружком. Ведите, ведите к черному порталу. Если будет смена, надо будет черный брать. Меняем черную, берем. Берем. Ну, кто взял их, вот этого рунка не убьет. Теперь веди кружок в белый, если будет смена, надо будет белую наблюдать. А мы с Валькой возле черной стены. Сумасвод забери. Ваша мана хильте только сумасвода. Прерывание есть у кого-то? Лол. Бежали. И признали ничтожество. Что ж поделать. Не говори. Там на боссе и на вас вешаются способности, которые увеличивают урон вам или по боссу. Смотрите вот эти штуки. Ну, самосвод, надеюсь, знает. Он просто жирный. Хризи, смотри. Если вешает на тебя это говно, прожимай какую-то прожимку. Он начинает хилиться ударами смерти. Панцирь, хуянцирь, это все говно там. На крайняк не заглянусь. Открывайте маму. Жаденько, если есть Оман, то смотри в Оман. Или встань на максимальный рейндж куда-то там подальше, чтобы танк успел какое-то говно прожать. Подальше встань просто, они, у них ноль реакции. Тем более ты рядом стоишь. Криминал готов. Чем могу быть полезен? Всего хорошего. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны. Валик, криво ставьте. Ставьте их одного. Две могучие воители вместе ведите. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть, ну и соответственно, если на вас черный баф, ловите черные. Если белый берете, ловите белые, а от других отбегаете. Это противоположно. А то две сразу прилетит, и вы упадете сразу. Танки начинайте. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Быстрее.
черного портала. Будет смена, мы не успеем ничего. Светлое ничего не меняет. Это вот надо ФБ на Фурика. Здорово! До встречи! Все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание, Артас, Фон. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и я отдалю тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Мои души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Да, значит. Булав, ё-моё, такое название. Древний, блядь. Чек на пул. Ханс это самое урезает хил, все отлично будет. Ну давайте начнем просто, да и все. Это место станет вашей. Скажу про Геру. Первого жуков подбор. Бьем сейчас. Все уезжают. Жуков. Ваня был чешо. Это сильнее босс. Короче, давай Геру. Переводим босса, жуков не выпьем. Под босса жуков их потом убьем, когда переведем. Я так буду тебя. Жуков добили. Потом босс. Ой, Хризи забили. Дай ему. Хризи хилим, бьем босс. И боится. Еще одна.
Шаманы, блядь, как дела у вас? Сучи, дети, блядь. Ебать, мы бомжи, блядь. Чё за проблемы? Как так, шаманы? Нормально все было. Ну я смотрю, нормально, танк упал просто, все. Его сложило, блин, в два шота. Так он бисовый, сумасвод. Ты что там, булаву одел, чешо? Ебать. А есть детали? По сумасводу. Давай глянем. Так, ну чё. Хит жуки турболет, так, 17 тысяч атака, жуки турболет 3000, уклонение 19 тысяч, вот так вот уже 2 секунды, жуки турболет 9 тысяч. Да вы не хилили нихуя, ёбаный в рот. 3 секунды уже. Короче, хил типа лучше, это хуйня какая-то. Бля, булава, ну вам просто. Да не было там нигде 70. Сейчас ману отоплю баху. То же самое делаем. Две пачки жуков под босса. Первый заливаем, потом босса переводим, потом жуков вторых и третьих жуков там держишь с краю изи. Смысл бы не урните в этот раз. Это заклинание еще не готово. Где-то в нем бисового-то нашел. Ну привет, бисовый, ладно. Я бы сказал предбисовый. Ладно, бомж, короче. Ясно. Он просто шмот снял. Сука, у него уже было много шмота. Ну ладно, чек на пол. Начинаем. Это место станет вашей могилой. Че, без рост? Че, у вас когда? Ну да, 50 секунд. Трейдов есть? КД. 50 секунд. Тип жопа, значит. Здорово, все. Привет. Жуков под босса пробуем без роста переводить. 10 секунд до роста. Не надо пока. Если переведем, дашь. Славик, можешь мне кто-то собирать? Наверное. Давай, рост жуков бьем. Все в жуков, фулл ДД. Все влились быстро, убили. Теперь босса добавим спокойно. Вы че, вы ВК? В сторонке от рейда. ГЦ. Чё там упал? Чё, на 50 попыток, да? А, нет. Обосрались мы.
Печаль, беда. Вчера плащ нормально упал на танка, да? О, бомба на танк. Так, ИП даю. Так, можно еще одну собрать, в принципе. Пойдемте Синдру или Чал убьем, если тем.